Здравствуйте. Предлагаю связать детскую панамку колокольчик. Панамка связана приблизительно 1,5–2 года. Связана она из двух тоненьких ниточек. Вот они такие тоненькие. Ну, приблизительно вот такая толщина, которая подходит. Ну, я вяжу слабо. У меня крючок 1,4. И хочу обратить внимание на то, что чем толще будет у вас нить, тем больше размер панамки у вас получится. Видео будет разделено на две части. В первой части мы свяжем донышко и провяжем всего 14 рядов. Во втором части видео мы начнем вязать узор ананасы и вот такие вот волны колокольчики. Итак, приступим к работе. И начнем вязание с донышка панамки. Вначале провяжем начальную закрепительную петлю. Затем свяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И теперь замкнем вязание в круг, присоединяясь в первую провязанную воздушную петлю цепочки соединительной петлей. И приступим к вязанию первого ряда. Провязываем 3 воздушные петли подъема и еще одну воздушную петлю. Нам нужно в круг провязать всего 9 столбиков с одним накидом. Между ними будем провязывать одну воздушную петлю. Итак, мы провязали первый столбик и воздушная петля. Далее. Два. Воздушная петля. Три. Воздушная петля. 4, воздушная петля, 5, воздушная петля, 6, воздушная петля, 7, воздушная петля, 8, воздушная петля и еще один столбик, 9 и воздушная петля. И присоединимся в третью воздушную петлю подъема. Присоединились с соединительным столбиком. Далее приступим к вязанию второго кругового ряда. И перед этим провяжем соединительную петлю между столбиками. Теперь второй ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема и еще одна воздушная петля. Затем будем над столбиками с одним накидом предыдущего ряда провязывать выпуклые столбики. Напоминаю, как вяжется выпуклый столбик. Накид, крючок вводим под столбик предыдущего ряда, накид, провязываем нить под столбиком, на крючке у нас 3 петли, накид, провязываем 2 петли, накид и провязываем еще раз 2 петли. Это выпуклый столбик лицевой. Затем воздушная петля. Под воздушную петлю предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Воздушная петля.
Над столбиком предыдущего ряда провязываем выпуклый столбик. Воздушная петля. Под воздушную петлю предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля над столбиком. С одним накидом провязываем выпуклый столбик. Воздушная петля. Под воздушную петлю столбик с одним накидом. Воздушная петля. Так повторяем вязание до конца кругового ряда. Не забываем, что между столбиками провязывается воздушная петля. Всего столбиков у нас должно с вами получиться 18. Итак, провязываем до конца кругового ряда. В конце ряда присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. И снова, как и в предыдущем ряду, перед началом следующего ряда мы провяжем соединительную петлю между столбиками. Далее будем вязать 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Затем накид и над столбиком провязываем выпуклый столбик. Под воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Над столбиками провязываем выпуклые столбики. Под воздушную петлю столбик с одним накидом. Над столбиком провязываем выпуклый столбик. Снова под воздушную петельку провязываем столбик с одним накидом. Над столбиком провязываем выпуклый столбик. Затем под воздушную петлю столбик с одним накидом и над столбиком выпуклый столбик. Так повторяем вязание до конца кругового ряда. То есть под воздушную петлю столбик и выпуклый столбик под столбик предыдущего ряда. Итак, провязываем до конца кругового ряда. И вот мы довязали до конца кругового ряда. Сейчас у нас в ряду должно получаться 36 столбиков, провязанных в этом ряду. Так как мы удвоили 18 умножить на 2, будет 36. Проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 столбиков. И замкнем круг. Провяжем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Следующий круговой ряд. Четвертый. Провязываем 3 воздушные петли подъема и сюда же вяжем столбик с одним накидом. Над выпуклыми столбиками или над столбиком предыдущего ряда провязываем выпуклый столбик. Далее у нас идет столбик с одним накидом. Провязываем над ним 2 столбика с одним накидом. Над выпуклым столбиком провязываем
выпуклый столбик. Снова у нас столбик с одним накидом, над ним мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем у нас идет выпуклый столбик, над ним мы провяжем также выпуклый столбик. И так будем повторять до конца ряда, провязывая 2 столбика с одним накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда и выпуклый столбик над выпуклым столбиком. Провязываем до конца кругового ряда. Провязали 4-й круговой ряд. Сейчас у нас в ряду 54 столбика. Обязательно проверьте, чтобы не сбились, так как здесь узор у нас сильно такой густой и не совсем видны столбики. А заканчивать ряд мы будем также, присоединившись в 3-ю воздушную петлю. Присоединились. Для того, чтобы приступить к вязанию 5-го ряда, пройдем соединительной петлей между вот этими 2 столбиками с одним накидом. Провязали. И теперь 5-й круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема, заменяющий нам столбик с одним накидом, и воздушную петлю. Затем накид и снова между столбиками провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем над выпуклым столбиком выпуклый столбик. Между 2 столбиками следующими провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Затем выпуклый столбик. Выпуклые столбики мы будем провязывать над выпуклыми столбиками предыдущих рядов. Снова повторяем. Между 2 столбиками с одним накидом провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Затем выпуклый столбик. Что изменилось у нас в этом ряду? Мы добавили 1 воздушную петлю между столбиками с одним накидом. И теперь вяжем по кругу, повторяя 2 столбика, между ними воздушная петля и выпуклый столбик лицевой. Вяжем так до конца ряда. Довязав до конца 5-й ряд, присоединимся в 3-ю воздушную петлю подъема. И как в предыдущий раз, мы провяжем соединительную петлю под воздушную петлю между столбиками. И 6-й круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли. Накид. И сюда же провязываем столбик с одним накидом. Затем воздушная петля. И вяжем выпуклый столбик. Над выпуклыми столбиками провязываем все время выпуклый столбик. Воздушная петля. Под воздушную петлю предыдущего ряда, находящуюся между столбиками, провязываем 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. И выпуклый столбик. Воздушная петля. 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. Выпуклый столбик.
воздушная петля. Что изменилось в этом ряду? Мы провязываем теперь под воздушную петлю между столбиками просто 2 столбика с одним накидом. Но прибавилось у нас еще по воздушной петле, которая находится с обоих сторон 2 столбиков. Итак, повторяем. Провязываем ряд до конца. Вяжем 2 столбика, это раппорт узора 6 ряда. 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. И так повторяем. 2 столбика, воздушная петля, выпуклый столбик, воздушная петля. Это раппорт узора 6 ряда. Провязываем до конца. И заканчиваем 6 круговой ряд, присоединившись 3 воздушную петлю подъема. Снова провяжем соединительную петлю. 7 ряд мы будем вязать так же, как мы вязали 6 ряд. Провяжем 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Воздушная петля, выпуклый столбик, провязываем над выпуклым столбиком. Воздушная петля. Это раппорт ряда. Повторяем раппорт. Провязываем 2 столбика с одним накидом между 2 столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Воздушная петля и выпуклый столбик. Воздушная петля. Итак, вяжем, повторяя раппорт до конца ряда. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. Повторяем так до конца ряда. И заканчиваем вязание 7 кругового ряда, присоединившись 3 воздушную петлю подъема. Затем снова провяжем соединительную петлю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. И теперь будем вязать 8 круговой ряд. Провяжем 1, 2, 3 и еще одну воздушную петлю. Затем накид и между столбиками провязываем столбик с одним накидом. Затем воздушная петля и выпуклый столбик. Воздушная петля. Это раппорт 8 кругового ряда. Провяжем его еще раз. Провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Затем воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. Итак, повторяем до конца кругового ряда. Провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. Вяжем, повторяя раппорт до конца кругового ряда. И заканчиваем вязать 8 круговой ряд, присоединившись 3 воздушную петлю подъема. Перед тем, как продолжить, провяжем соединительную петлю под воздушную петлю между 2 столбиками с одним накидом предыдущего ряда. И приступим к вязанию 9 ряда. Провяжем 3 воздушные петли и сюда же
под воздушную петлю провяжем еще 3 столбика с одним накидом. Всего у нас получится 4 провязанных столбика с одним накидом. Затем воздушная петля и выпуклый столбик. Воздушная петля. Это раппорт 9 кругового ряда. Повторим еще раз раппорт. Провяжем 4 столбика с одним накидом. Воздушную петлю, выпуклый столбик и воздушная петля. Итак, раппорт повторяем до конца кругового ряда. И в конце 9 ряда присоединяемся 3 воздушную петлю подъема соединительной петлей. Далее провяжем 2 соединительные петли для того, чтобы выйти между столбиками. Вот у нас 2 столбика и 2. Между ними провязываем соединительную петлю. Так мы оказались по центру. И приступаем к вязанию 10 кругового ряда. Схематически ряд выглядит таким образом. Провязаны 3 воздушные петли, заменяющие нам затем столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Затем воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. И этот раппорт мы будем повторять до конца ряда 18 раз. И теперь провяжем это крючком. Провязываем 3 воздушные петли, заменяющие нам столбик с одним накидом. И затем вяжем еще один столбик с одним накидом, воздушную петлю и 2 столбика с одним накидом. Затем воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. Это и есть раппорт 10 кругового ряда. Провяжем раппорт еще раз. Между столбиками по центру вводим крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Затем воздушная петля и далее вяжем выпуклый столбик, затем воздушная петля. И так мы провязали с вами 2 раппорта. В дальнейшем, чтобы нам было удобней и мне удобнее вам объяснять, а вам меня понимать, мы назовем этот элемент розетка. То есть 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом будем называть одним словом розетка. Итак, провязываем до конца ряда раппорт. Мы провязали 2, нам еще нужно провязать 16. Смотрим 2, еще нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, еще повторим раппорт 16 раз. Довязав 10 ряд до конца, присоединяемся с соединительной петлей в 3 воздушную петлю подъема. И снова провязываем 2 соединительные петли, 1 и 2, так чтобы наш крючок оказался в центре розетки. Это делается для того, чтобы не было видно шва. И приступим к вязанию следующих рядов. Здесь у нас будет повторяться ряды. Будем провязывать сейчас 11, 12, 13, 14 ряды. Вот схема раппорта рядов. Он такой же, как и 10 ряд. То есть будем повторять еще 4 ряда провязывать, так как вязали ряд 10.
Еще мы можем померить. Вы померяете у себя. Я свой померяю свое донышко. У меня получилось донышко 13 сантиметров. Ну, почти 13,5. Что я хочу обратить вас внимание, ваше внимание? Может быть, у вас донышко и больше. Это будет зависеть от выбранной нити и толщины крючка. Итак, мы с вами провязали уже 10 рядов, и теперь будем вязать 11, 12, 13, 14 ряды. И вот схема раппорта. Провязывается розетка, затем воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. Провяжем это крючком. 3 воздушные петли подъема, заменяющий столбик с одним накидом. Затем еще столбик с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля и выпуклый столбик. И воздушная петля. Это раппорт узора. Повторим еще раз. Провязываем розетка, вяжем ее над розеткой предыдущего ряда. Затем воздушная петля, выпуклый столбик и воздушная петля. И так повторяем это еще 16 раз. Провязываем 11, 12, 13 и 14 ряды. И заканчиваем провязывать ряд, присоединившись с соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Перед тем, как приступить к вязанию дальше, нам необходимо пройтись соединительными петлями в центр розетки. И вот что у нас получается. И на данном этапе у нас провязано 14 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И на этом первая часть видео закончена. Кто решил продолжать начатое дело, не бросать до конца, приглашаю вас на вторую часть видео. Поэтому не прощаюсь.